В Министерстве коммерции КНР прокомментировали ввоз угля из КНДР. В августе Китай получил 1,63 миллиона тонн бездымного угля из соседней страны. Тогда как в феврале, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, на его импорт был введен официальный запрет. В Минкоммерции объяснили, на статистику мог повлиять уголь, который более 6 месяцев находился в портах КНР без разрешения на разгрузку. Ее запретили до получения новых инструкций. Спустя 6 месяцев власти КНР дали добро на отгрузку угля, который покинул КНДР до ввода санкций. Именно поэтому статистика показала доставку северокорейского угля. В ведомстве также подчеркнули строгое соблюдение Пекином ограничительных мер Совбеза ООН в отношении Пхеньяна. Сообщается также, что в течение 120 дней со дня принятия новой резолюции против КНДР в Китае закроют все совместные предприятия с участием частных и юридических лиц соседней страны. Напомню, документ принят единогласно 12 сентября после проведения Пхеньяном очередного ядерного испытания.